Темой тотального диктанта в этом году будет «Древний мир». Автор текста, детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачев сегодня сам рассказал об этом и отметил, что взял отрывок из готовой, но пока не изданной книги. Акция по проверке грамотности пройдет уже завтра, откроют 2185 площадок по всему миру. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. И впервые они будут даже в море на паруснике «Крузенштерн» и трех атомных ледоколах. В Новосибирске откроют 43 аудитории, в том числе в мэрии, в кинотеатре «Победа», в театре «Красный факел» и в Новосибирском университете экономики и управления, где текст будет диктовать талисман хоккейного клуба «Сибирь» знаменитый «Злой снеговик». А на главной площадке тотального диктанта в Новосибирском государственном университете, где и зародилась эта акция, текст традиционно прочитает сам автор. Андрей Усачев говорит, что удивился, когда организаторы пригласили его. Я растерялся, честно говоря, потому что у меня книжки довольно простые, и мне кажется, что любой там ученик 2-3 класса может по ним написать вполне там на четверку, как минимум, этот диктант. Вот, поэтому для меня это, конечно, было неожиданно. Я сказал, что я вообще, наверное, неподходящий человек, может, кого-то другого посмотрите.